Совсем недавно мы с вами обсуждали самые благополучные дни для посевов по лунному календарю различных овощных культур. Ведь для тех, кто проводит агротехнические мероприятия с учетом лунного влияния, очень удобно иметь такой календарь под рукой, а не высчитывать эти дни самостоятельно. Поэтому сегодня, продолжая эту тему, я предлагаю вам сводную таблицу благоприятных дней для посева цветов, как однолетних, так и многолетних. Итак, начну я, пожалуй, с самых ранних февральских посевов цветов однолетников. Для этого вполне подходящими днями считаются 17, 18, 22 и 26 число. В это же время 18, 21 и 25 февраля рекомендуют сеять многолетние цветочные культуры. В первый же весенний месяц 21, 23, 24 и 25 марта рекомендуют продолжать посев однолетних цветов, а вот 21, 25, 26 и 27 сеют уже многолетники. Также 6, 7, 9, 12 и 16 марта считаются самыми подходящими днями для выгонки луковичных и клубнелуковичных цветов, ведь их можно заставить зацвести в любое время года, создав подходящие условия. В апреле же для этого подойдут 14, 21, 22, 27 и 29 числа. А наиболее удобные дни для посева однолетних цветов считаются 18, 22, 27, 29 и 30 числа. При этом многолетники нужно постараться посеять в 21, 27, 28, 29 и 30 числах. Кстати, в конце апреля, то есть в 21, 22 и 29 числах, уже можно делить и пересаживать многолетние цветы. Деление же кустов многолетников также проводится 19, 25, 27 и 29 мая, а в июне это 15, 21, 23, 25 и 29 числа. А вот 19, 27 и 28 мая – это самые удачные дни для посева цветов однолеток. К примеру, астры, бархатцы, маргаритки, васильки – их садят именно в мае. Далее 18, 20, 25, 27 и 28 мая – это наиболее благоприятные дни для посева многолетних цветов. А наиболее подходящие дни для посадки луковичных и клубнелуковичных цветов – это 4, 5, 9, 10 и 30, 31 мая. Ведь считается, что цветы, посаженные в подходящие дни по Луне, будут лучше цвести и расти. При этом помним, что для высадки теплолюбивых луковичных и клубнелуковичных цветов грунт к этому моменту уже должен прогреться хотя бы градусов до 10. А вот 21, 23, 24, 26 и 27 июня – это максимально подходящие дни для посева цветов однолеток. При том, что почти в это же время, то есть 15, 21, 23, 24 и 29 июня, считаются оптимальными днями для посева многолетников. В конце июня, начале июня уже можно начинать выкапывать и луковичные цветы, так как к этому времени листья у них у многих уже пожелтеют и увянут, и примерно в этот же период делят ирисы и другие подобные цветы. Но удалять отцветшие цветы, черенковать и производить деление корешков для тех дачников, кто верит во взаимосвязь между растениями и Луной, нужно делать только в подходящие для этого дни. Ну а я в любом случае желаю всем в новом дачном сезоне удачных посевов и здоровой крепкой рассады, независимо от того, будет ли она посажена по календарю или нет. Спасибо за просмотр, ставь палец вверх и подписывайся на наш канал.